Всем привет, ребят, всем доброго времени суток, всем трям! Продолжаем скитание и путешествие отца Николая по планете, стране и как бы виртуальном мире Майнкрафта. Мы должны увидеть все, так сказать. Всем большое спасибо, кто прожимает лайкос, оставляет комментарий, не забудь еще написать. Так, мы вот забрели вот сюда. Джунгли. Сегодня изведуем джунгли. Смотри, ты видишь? Если немножко замечтаться, то можно увидеть, как текут звезды. Крутится планета. Не, серьезно. Смотри, луна. Мышка не шевелится. Руки, вот они. Ты видишь? Планета крутится, делишки мутятся. Так. Чё, погнали? Не, нам, по идее, надо рассвет дождаться. Меня тут зомбаряк уже хотел он завалить. Я ему нахрен начал. Из лука. По идее, бы нам рассвет дождаться. Через сколько там светает, сколько там на часах на наших? Давай, луна, сваливай. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Давай. Луна уходит, солнце выходит, рассвет. Зомбари горят. Слушай-ка, а мы себе здесь можем бассейн построить. Пока мы ждем рассвет, давай. Вот так вот. Эть, все, джакузи. Ну вот и рассвет. Скоро рассвет, выхода нет, колюч павит. Он с мечом, фига себе, прикинь. Давай, гори уже. А, он в воде не горит, поэтому, окей, понял. Сейчас мы его... И меч отожмем. Интересно, подожди. А почему она сюда течет? Это что-то значит, нет? Смотри, она прям рели сюда затекает. Мы же вот ничего не делаем, ну... Вот, смотри. Просто вот так вот делаем. Лишнего ничего не пробиваем, просто вот на уровне, да? И она туда течет, и меня прям волной сносит. Что я тут вообще? Я уже забыл, что я тут делал. Мы закапываемся под джунгли. Это что такое? Ты слышал? Что за звуки-то? Что-то как-то стрёмно. Так, свет, 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 свет. Все плохо. У нас все плохо. Нам нужны факелы, а у нас их нет. Так, чтобы не смывало меня. Стоим на свету. Факела, факела. Уголь есть. Палок нет. Кусок железа. Блин, я лут еще не выложил себе. Капец. Земля, курица, песок. Земля, курица, песок. Мне нужны доски, чтобы сделать палки. То есть мне нужны деревья. Блин, я вернусь к тебе, мой маленький тоннель. Нам нужно сходить с деревьями. Может, руками лучше? Блин, скоро темно. Скоро ночь наступит. Опа. Это что такое? Смотри. Мы что-то нашли. Это дом. Это, блин, это типа... Это типа пирамида какая-то, шляпа. А вход-то где? Как туда зайти? Нифига, блин. А что это?
Мне нужны факела. Ну давай, залазь. Так. Пока встанем здесь. Нам, по идее, надо убежище сделать. Вот. Факелусики. А то у нас есть эти вот... один, точнее, редстоуновский. Он не светит ни хера. Я не знаю, для чего они нужны. Редстоуновский нифига не светит. Как хорошо, что у меня с собой был уголь. Это просто, блин... Очепуенно. Кстати, Чё? Редстоуновский можно поставить, наверное, так вот. Ай. Вот. Вот это, вот такую территорию он может освещать. Все. Редстоун больше ни хера не может освещать. А музяка такая классная. Можем полюбоваться ночными джунглями. Блин, что это такое? Надо кровать с собой носить. Вот серьезно. Меня спалили. Если эта херня сейчас сюда подойдет и взорвется, мы можем умереть. Вон еще одна лазит. Стрелять не будем. Он нас пока не видит. Ждем рассвет. И тем временем светало. И давайте проделаем. Дырку в его голове. Иди сюда, сраный скелет. Блин, свалился вниз. Ну ты придурок. Ай, блядь. Я тоже свалился. Блин, это в этой штуке что-то? Так, ну-ка закапываемся. А что за рычаги? Скажи еще сейчас меня тут это... Какая-нибудь ловушка ждет, да? Что-то стрёмно, блин. Это свет, что ли? Нет? Что-то искрится. Так, факела. Твою мать! Вот ты говно! Отвернулся, блин! Тут, оказывается, вход есть. Надо заделать его. Пошел в жопу. Ты сюда больше не зайдешь. А-а-а, боль. Пожрать. Срочно что-то пожрать. Вот долбанная фигня, блин, а. Еще и механизм сломало какой-то. Ты что такое? А это он все взорвал, да? Окей. Механизм сломал. А, там сундучок. Смотри. Какой-то камень с красными вкраплениями. А, это редстоун, что ли? Пыль редстоуна. На-на-на-на-на. Ладно. Так, что тут у нас в сундуке? Бамбук. Ни хрена тут в сундуке. Что это? Какой-то механизм.
был. Пока это говно не взорвало тут все. Не знаю. Разбираем, забираем. Так, выключатель. Пригодится же, пригодится. А я не то выкинул, блять. Это, верните мою кирку, пожалуйста. Да ёпарасоте, блин. Вот. Все. Не подходите ко мне. Сволочи. Блин, а где же механизм этот? Ну, в смысле, какой механизм? Тут какие-то звуки же были. И какие камушки прикольные. Что? Смотри, кнопочка. Когда ты заходишь на кнопочку, в тебя что-то стреляет. Ау! А откуда стреляет? Две кнопочки. Я не пойму, откуда стрела вылетает. Короче, мы нашли какую-то херь, блин, с ловушками. То есть был выключатель. Ой, теперь вот механизм. А, это нитка. Это нить. Это нить, которая тянет вот эти вот фиговинки. Офигеть, прикинь. Какая штука. Блин, мне это надо. Мне это... Мне... Да ёпарасоте, ты заколебёшь выкидывать уже нужные вещи. Выкидываем нахрен вот это. Нахер ты паутину взял? Вот, вот. Вот это вот... Ой, блин. Вот это мне надо. И ставим их вместо тотема. Тотем нахер выкидываем. Я не знаю, зачем он нужен. Блин, короче, аккуратно тут надо ходить, да? Тут могут быть ловушки. А еще тут был какой-то звук. Но главное наводиться на камушки и смотреть, потому что когда ты наводишься, видишь, они подсвечиваются. Это, походу, куда-то ведет, да? Бля. А, вот. Из этой штуки вылетает. Блин, ты посмотри опять. Я тебя сломал, собака. Ой, Коля. Лобешник получил. Железо сейчас наберем. Алмазы. Кости нахер не нужны. У меня у самого их вон целая куча. Точно, давай сюда поскладываем то, что нам не надо. Ну типа, блин, а чё я их таскаю? А нахрена оно мне нужно? Естественно, не нужно. Вот это вот надо. Ключик. И ведь главное, я, блин, знаю, что ловушка, да? И все равно лезу. Смотри. Ты заколебешь, ты выкидывать кирки. Подожди, где я подобрал? Редстоун. То есть тупо по удару делать можно. Это какая-то полоса из редстоуна, а если их поджечь? Можно его поджечь, он горючий же.
Не, походу нельзя. И давай-ка посмотрим, куда он ведет. И кончилось, да? Маскированные херни. Но у нас он вот от... сюда. Вот от сих пор. Вот так вот туда вот. Вот он. Вот он, да, вот здесь вот шел. И вот сюда. А здесь он, короче, бац, и пропал. Он уходит вниз. Так, это глина, да? Сейчас мы вниз закопаемся. Здесь где-то какие-то странные звуки. И надо, кстати, застроиться сразу, чтобы нас никто не побеспокоил. О, посмотри, я целую нить построил. Прикольно. То есть я могу ловушку наустанавливать. Все. Мы в безопасности, никакая сволочь к нам не подкрадется сзади. Теперь копаемся вниз. Просто зарываемся. Скорее всего, мы сейчас придем к этому. К тому, что мы там копали внизу уже. Хотя вот так вот под себя копать вниз, это опасно. Так можно и в какую-нибудь лаву упасть. Блин, нормально так в джунгли сходили, да? Увидели механизмы. Оказывается, здесь еще и ловушки есть. Выключатели всякие. Я только не понял, для чего выключатели эти. Они, может, как раз ловушки активировали, дезактивировали. Хз, честно, не знаю. Прям вообще. Но было любопытно. Нашли пару сундучков, алмазы. Сокровища. Слышишь? Мы где-то близко. Да. Прям явно за спиной где-то, да? Или над нами? Опа. А чё это? Подожди, это уголь, что? Ты заколебёшь, ты кирку-то выкидывай, дурак. Это уголь, да? Да. Нормально. Красота-то какая. Можно как-то мне кирочку взять? Уголь — это хорошо. Уголь нам нужен. Потому что, мало ли, вот так вот кончатся фонари. В джунгли копаемся, блин, под землей. Не, ну уголь рили нужен, прям вот рили нужен. Уголь нельзя просто так бросать. Фонарик надо поставить, наверное, да?
Вода где-то здесь. Прям вот я слышу, что рядом где-то. И мы, кстати, в правильном направлении к какому-то звуку странному. Я хз, что это? Но мы прям вот к нему идем. Прям перед нами был сейчас. Слышал, да? Ёпта, я какую-то пещеру, что ли, нашел? Ага. Я, короче, вообще не... Я не то услышал. Это что за дыра? Просто дыра, да? Офигеть. Блин, я не ту воду услышал. Я думал, это вода, которую я копал. А это другая вода. Мы нашли какую-то пещеру в джунглях. А еще тут есть страшные звуки. Мама сейчас нахер нас сожжет. А можно тебя как-то застроить? Я боюсь прям серьезно. Так, нормуль. А почему она вот тут течет? Нормас. То есть она вот так вот раз и застыла сверху, да? Да вылези ты. Ай-яй-яй. Так, нам надо как-то туда пробраться. Я не знаю зачем. Мне туда надо. Железная руда. Так, вот тут вот застроим. Строим переход. Землекопов, блин, играем. А где? Ага. Я уж думал, все, потерялись, елки. Мы целый водопад из лавы нашли, да? Мы видели маленькие уже. Но чтобы вот такие. Ты просто прикинь, как это эпично вон откуда течет. Блин, откуда звук шел? Кажется, я сейчас слышал кого-то. Да, справа. Здесь, да? Он над нами где-то? Еще птичку слышу. Блин, я не знаю, куда копать. Где-то вот рядом скелет, короче. И мышь летучая. Я не пойму, как по звукам ориентироваться. Ну, вроде он где-то здесь или сверху.
Над нами. Да, и скелет над нами. Они там с кем-то дерутся, что ли, или что? Сейчас только бдзинька падает, да? Ой, щука! Нашел! Нашел это говно. На! На! Да умри ты! Фух, немножко подкакнул. У меня все предметы, блин, местами поменялись. Получил, скотина. Как бы мне здесь не умереть, блин. В какую-то пещеру приперся с зомбаками. Точнее, пока что со скелетами. Еще водопад. Где-то рычит. Не раскидывайся в килами. Звук в той стороне был. Слышал? Слышал, слышал. Да умри ты уже. Тварина, блин. Странный звук шел от... где-то здесь. Стрелы на тебя, блин, перевожу. Сколько вас здесь? Вы типа можете вообще не кончаться, да? Они же откуда-то резаются, наверное. Блин, надо как-то застроить, да? Вот. Ай, блядь. Ах ты, ну. Ты чё, кто такой меткий, а? Сволочь, блин. Скелетина сраная. Вот так вот точно не должны пройти. И здесь вот. Вот. И факел сюда воткнем. Так, здесь у нас уголь. Что-то периодически как-то пыхает куда-то непонятно. Справа скелет. Морды костлявые. То он там не один. Кажется, я умру. Блин, звук. Нужен звук. Откуда этот странный звук? Хм-хм-хм-хм-хм.
Смотри, там вода опять шумит. Может, по течению и пойдем? А? Как думаешь? Но она вон опять куда-то уходит под землю. Я в какой-то тупик приперся. Факела кончаются, кстати говоря. А то куда тебе их не надо, и так дохерища, и тупик. И тупик. Ладно, надо, короче, найти выход. Слева опять кого-то слышу. Все это, конечно, прикольно, интересно, красиво, любопытно. Но пора домой возвращаться. У нас, блин, полный рюкзак всякой херни. Нам надо ее сберечь. Я вот теперь даже не знаю, насколько глубоко я ушел под землю. Опять тупик. Куда мне теперь вот копать? Мне показалось? Я слышал звук. Или это у меня на улице звук, блин. Все, выкапываемся нахрен наружу. Почему? Я, блин, не знаю. Надо как-то определить, откуда вот этот звук идет из-под земли. Из-под земли где-то идет звук. Ну, то есть что-то, блин, там происходит, значит. Возможно, это будет опять очень долго. Но у нас нет выбора. Плутать по пещере? Так, и нам нужно опять делать. Нам нужны фонари. Этот метод уже проверенный. Просто копаемся вверх. Да, это у меня с улицы звуки. Блин, я подумал, это в игре. Наивный. Так, давай скрафтим фонари. Эти фонари. Ну, короче, ты понял. А, это музыка заиграла. Угу. Ладно, это не тот звук, который мы ждали. Но музыка тоже неплохо, что заиграла. Это тоже какой-то знак. Я только не понял пока, что он означает. Но это какой-то знак. Фонарь. Кирка. Погнали дальше. Слушай, а вот в натуре я ведь могу просто два этих долбить, да?
Я же все равно вот туда-сюда, туда-сюда прыгаю. Вот так, да? Да. Так, если я закрою, то сейчас все потухнет. И надо будет, получается, ставить выше фонари. Так бы должно... Земля. Земля пошла. Кажется, мы близко. Кажется, мы близко. Еще один фонарь. Так. Четыре. Да. Вот и мы. Надо, короче, валить домой. Блин, нашли как... Где я вообще? Давай-ка посмотрим сперва для начала, да? Где мы вообще вылезли? Очутились. Все, здесь нас из амбаря, если что, не достанут. Ты посмотри. Там, блин, тут капец сколько всего. Я не знаю, где. Я где-то в центре, короче, нахожусь. Прям в центре джунглей. Да. Думаю, надо закругляться и валить домой. Кстати, надо пожрать. Там сдохнем. Да, хорош. Закончим на этом серию. Вот как раз тут у нас солнышко на закат. И вернемся домой. Надо вернуться домой, выгрузить. У нас просто, смотри, сколько всякой фигни уже набралось. Изумрудов и алмазов, блин, всего. Всего много. Надо домой. Всем большое спасибо за просмотр, за лайкос. Если прожал, если не прожал, прожми. Комментарий напиши. Всем спасибо, всем пока.